Рух транспорту у Могилёве обмяжуюць на гэтых выходных. Открытый чемпионат и першинство Республики Беларусь по триатлоне будет проходить у Пячерским лесопарку. Початок у 12:00. У спаборництвах берут удел 5 областей краины. Каб не заминать спортивным стартом, рух на особистым транспорте по улицах Сурганова и Бакунина на гэты период заборонены. До того ж, интервал руху громадского транспорту повялічыцца до 30 хвилин. Гэта тычыць автобусов номер 9 и маршрутных такси номер 28. Обмежевание актуально 11 червня с 12 до 15:00 и 12 червня с 11 до 13:00. До речи, уваход на споборництвы вольны.